Так, что за китайский симулятор? Всем привет, вы на канале Мама, и сегодня мы играем в китайский ивент. Знаете почему? А потому что Китай вышел в Roblox. Заранее всех поздравляю. Почему заранее? Да. Всех поздравляю, да. Всех прям поздравляю. Как кину трейд какой-нибудь? Ладно, просто будем летать. Сейчас кое-что напишем, потому что я хочу реально с этим человеком обменяться очень. I can. Так. Read my. Пазл. Вот так вот напишем, что нам ответить. Ой, сейчас все расскажу. Трейд сейчас состоится, как бы, ну. Ты что мне там попадал? Я вообще не помню. Хотя. А, короче, давай. 3, 2, 1. Не, без понятия, как. О. Да. 3, 2, 1, 0, все. Он не хочет там трейдиться. В общем, рассказываю, все. У нас есть вот такая вот картина. Она разделена на пазлы. Вы заходите каждый день, собираете кусочек пазла. А я уже второй день зашел, у меня как бы 2 кусочка пазла. Они спрашивают, почему я это раньше не снял. А если я эту уже информацию знал позавчера, не спрашивайте, пожалуйста, откуда. Вот. Я поздравляю то, что теперь китайцы могут играть в Roblox, как бы. Мы всех поздравляем, как бы. Ну, а теперь я хочу пройти этот паркур, в честь которого мы получим бейдж. Ну да, бейдж получим. Но что еще мы можем получить? Как бы я его уже тут проходил, не переживайте, не очень-то и долго там просто пустить по своей лесенке. Смотрите, и у нас появился объект снежинка. Я им знаю, как пользоваться. Вот так вот. Как бы просто прыгаешь на одном месте, и потом тебя телепортируют куда-то непонятно. Вот так. Ну, сами знаете. Так. Пожалуйста, не телепортируй меня. Так, если сюда... Да как? Пожалуйста. Вот когда мы вот так кидаем, например, нас куда-то там... Я без понятия, как этой штукой владеть. Очень рискованно. Как бы... Сами знаете. Так что лучше я пройду паркур честным способом. Мать паркура, как бы. Но этого никто не видел. Никто этого не видел. Да, никто этого не видел. И этого точно никто не видел. Этого опять никто не видел. Фух, было. Как бы. Нам очень повело, можно сказать. Да, конечно, я приму твой трейд. Ради ничего! Так. Так. В принципе, я могу по логике вот так вот сделать. Так. Ну! Так. Когда я это пройду? Ребята, я, в общем, могу сказать, никогда не пользуйтесь этой штукой. Потому что она вас телепортирует вообще за пределы паркура. Я один раз вообще туда попал, как бы. Не, не шутка, говорю. Давай, парень, кидай, давай. Кидай. Так, ну смотри, ты что ты еще умеешь в паркуроведении? И ты вообще, ну, по сравнению со мной, вообще нубик. Вот так.
Так, так. А сейчас будет вообще мировой паркур. Ну, как ты это сделал? А ну, читер. Я без понятия, как это получилось. Слушайте, давайте просто быстрая перемотка. Встретимся где-то там. Молодой человек, если бы я бы из-за тебя сейчас умер, знаешь, что с тобой было бы? Наконец-то я... О! Алло, алло. Меч? Подождите. Что он делает? Просто... Что этот меч делает? А не спрашивайте у меня даже, что он делает. И вот, допустим, я падаю. О! Слушайте. А в принципе, неплохо-то? Неплохо. Давайте, например, я сейчас умру. То есть не туда надо. Хорошо, туда, так туда. Нет, 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 появись. Проще простого. Я, конечно, не понимаю, как я это делаю, но я как-то это делаю. Ладно, в общем, сейчас просто считерю. Сами знаете, я честно проходить никогда не люблю. Я все баги вам показываю. И пожалуйста. Дай мне нормально это пройти. Да, я прохожу не по правилам. Я хочу честно пройти. Ой. Что я сейчас сказал? Как? А, ну значит не так. Значит, раз у вас есть правила, у меня их нету. Ну, у меня как бы есть правила. В общем, вот так. Я понял. Они не хотят, чтобы я неправильно не проходил. Как? Почему я не могу сократить? Объясните мне. Почему я не могу так сделать? Я хочу сделать так. Долго я еще это буду проходить. Неужели? Неужели? Вот неужели? Нет! Вот здесь я уже точно не упаду. Как бы. Смотрите, а теперь я вам показываю. Все! Пройдено! Все, видите, паркурщик 2.2.8. Теперь нам сюда? О, водитель! Неужели?
Наконец-то. Ну смотри, паркурчик 228, можете... Не может быть! Так это чё? О, я забаговал игру, не может быть, ребята! Смотрите, просто баг игры. Так, а куда мне надо? Сюда, окей, так сюда. Смотрите, просто. Так я не туда, что ли, приехал? Ура! Все, ребята, учим. Нет. Блин, очень. Смотри, я походу высоко прыгаю. Окей. Зачем это вообще создали, если у меня есть ленточка? Какая-то. Все, вот так вот, вот так вот, вот так вот, все. Прохожу на И. Ладно. Вы надоели своими трейдами. Давай уже. Так. Ладно, в общем. Нет, 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 нет. Все, в общем, ребят. Нет, 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 нет. О, мне повело. Прохожу паркур. Знаете что? Где тут кнопка отключить трейд? Вот где она? Потому что мне это реально уже надоело. Я хочу пройти паркур. Неужели я это сейчас пройду? Подождите-ка. А я не хочу проходить. Я хочу немножечко считерить. Смотрите-ка. Значит, мне нельзя, да? А мне кажется, мне можно. Как я просто не понимаю, как вот, как он сделал такую структуру, то что мне забраться нельзя. Подождите, может обычным ходом? Нет, обычным ходом. Я, пожалуй, уберу это. И возьму-ка нашу любимую с вами снежинку. Хоть она мне когда-то и вредила, но точно не сейчас будет. О, смотри. Он опускается. Но не до... Сейчас я вам сделаю это. Сейчас. Надо забраться вот, вот сюда-ка. Где высок... А где пробел? Разработчики. Этой клавиатуры. Долго ли я это еще буду проходить? Вот! А нет! Зачем? У меня же есть один секретный предмет. Зачем? Нет, 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 нет. Только не падать. Вот! Что я вам говорил? Что, с щитами играю? Нет! Мастер. Просто мастер. Короче, вот,
Я вам подкидываю баги, вы их это используйте, главное здоровье. Так, вот тут нет. По бревну? Зачем по бревну? Лучшее время потеряю, вот так вот сделаю. О. А что она дает? Ладно. Ауч. А, я что-то не понял. Я что, летать могу? Ура! Я это сделал. Подожди. Подожди. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет. Ха, затроллил. Что, шутите? А я сам полечу-ка. Нет, 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 нет. Так, я так не буду делать. Я не хочу так делать. Во, вот это мне намного больше нравится. Смотрите. Вот, все, все. Наконец-то, все эти мучения закончены. Что? Ребята, вот эти вот скины я не советую брать. Больше всего мне на самом деле понравилось. Нет, 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 я хочу летать. Так, стопэ. Ладно, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Заходите каждый день, собирайте пазл, пройдите паркур. Я вам причем фишки дал. Как бы надеюсь, это все на меня станет. Давай, я принимаю. Подожди. Где они у меня? Так, подождите-ка. Например. Да, спасибо, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, ползу. Плес. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Хорошо, и... Вот так, напишем. Ребят, подождите, я пока что... Ну, реально. Хочу как бы... Да, я хочу. 3, 2, 1, 0. Пожалуйста. Я ничего не могу нажать. Я без понятия, как мне из-за этого что-нибудь нажать. А, ребят, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока. Это мой любимый предмет, как бы, копье. Ты что, с ума сошел? Которое нельзя сейчас использовать. Вот.